Этим рецептом поделилась со мной коллега, но я делюсь с вами. Для запеканки нам потребуется картофель, но его предварительно нужно отварить, либо сделать как я, сложить в пакет и отправить в микроволновку на 5-7 минут. Пока готовится картофель, мы приготовим следующие ингредиенты. Это будет колбаса, вместо нее можно использовать куриную грудку, либо любые колбасные изделия. Помидор режем тоже кубиком. Форму мы смазываем любым растительным маслом, выкладываем наш картофель, сверху мы посыпаем колбасой и помидором. Отправляем в духовку на 5 минут, чтобы прогрелась форма. В это время мы 5 яиц смешиваем с 2 столовыми ложками сметаны. Все это мы размешиваем до однородности. Достаем форму, выливаем и отправляем в духовку на 15 минут. Далее мы достаем, посыпаем зеленью и сыром и отправляем в духовку, пока не расплавится сыр. Всем приятного аппетита!